В 2020 году произойдет значимое астрологическое событие – соединяются планеты Юпитер и Сатурн, что знаменует собой начало новой эпохи. Когда эти планеты соединяются, это происходит каждые 20 лет, а появляются новые политические течения, появляются новые лидеры, также подходы в экономике. Этот год будет чрезвычайно важным для страны как в политическом, так и в экономическом смысле. Русским ученым будут совершены большие открытия в науке. Открытие в квантовой физике позволит России совершить новый качественный скачок в технологическом развитии. С 25 января начинается год белой металлической крысы. Этот год дает возможность построить фундамент на следующие 11 лет. Крыса благоволит харизматичным, уверенным в себе людям, которые действуют активно, решительно, но при этом продуманно. Шансы на успех в этом году появятся у всех, кто действует честно и открыто. В этом году можете решить многие накопившиеся проблемы, которые связаны с домом и окружающими вас людьми, проявив при этом терпение и упорство. Крыса покровительствует тем людям, кто дорожит своей семьей. Она поможет укрепить семейные узы, добавить страсть в любовной сфере. Тем, кто давно планировал беременность, пришло то самое время. При составлении праздничного образа лучше выбирать одежду из ткани с металлическим отливом. В спокойной гамме – это белый, молочный, серый, а также песочные цвета. Можно одежду разбавить яркими аксессуарами – черными или красными оттенками. Стол должен быть накрыт щедро, но без экзотики. Простая, сытная еда и обязательно сыр. Белый скатерть и серебряные приборы. Для овнов. Это благоприятный период, удачное время для финансов и карьеры. Но при этом придется много потрудиться. Научитесь анализировать свои поступки, действуя не спеша. Тельцы, вы можете достичь больших успехов в работе. Благоприятное путешествие, расширение кругозора, изучение иностранных языков. Одинокие тельцы встретят свою любовь. Близнецы, вам стоит пересмотреть свою жизнь, поменять стратегию поведения или начать все с чистого листа. Вас ждут изменения почти во всех сферах жизни. Раки, вы столкнетесь с препятствиями. Чтобы избежать их, вам надо не сидеть на месте, научиться чему-то новому и выйти на новый уровень. Львы, уделите внимание здоровому образу жизни. Запишитесь в спортивный зал или посещайте бассейн. Впереди вас ждут великие дела. Будьте в форме. Дева, вас ждут новые источники дохода, но для этого придется много потрудиться, поэтому следите за здоровьем и не переутомляйтесь. Весы, год для вас будет удачным. Не бойтесь сложных задач. Возможны переезды. А свободных весов ждет бурная личная жизнь. Скорпионы, вам придется много общаться, знакомиться с новыми людьми. Вас вспомнят все. Придется решать много вопросов, часто других людей. Козероги, вас ждут изменения в карьере. Вы можете изменить свою жизнь, но для этого приложите максимум усилий. Водолеи, уделите внимание своему душевному здоровью. Впереди вас ждут новые проекты, грандиозные планы, которые можете осуществить. Рыбы, прислушайтесь к своей интуиции и сможете позволить себе все, что угодно, прожить год, как мечтали. В 2020 году будет три периода ретро-Меркурия. Это период, когда сложно понять, что истинно, что ложно. Происходит искажение информации. В этот период активизируются воры и мошенники. Следите за своими документами, а также денежными средствами. Старайтесь не подписывать важные документы, не делать крупных покупок, не открывать новые проекты. Лучше хорошо подводить итоги, прописывать планы на будущее. Поздравляю вас с Новым годом, белой металлической крысы. Желаю вам звездных успехов и вселенских свершений.